Good morning, day number two. Привет, Лео. Good morning. С вами снова мы. Хочу обновить нас. Вчера вечером до часу почти мы играли игру, называется «Овцы-волки». Это типа мафии, только более с другими терминами, с менее жестокими поведениями. Let's watch what we have here. Утром. Доброе второе утро. Или это третье утро? Какое это утро? Второе или третье? Третье. И мы продолжаем кушать картошку американского стиля. Какие-то тако. Домашнее мясо? Да, это колбаса. Авокадо, сыр, ну и всякая еда. Из темноты ты забрал меня, дал опору, и теперь знаю я, тебе я нуждаюсь. Я люблю тебя, навеки будь со мной, спаситель, мой лучший друг. Прославлять себя я буду вновь и вновь. Для памяти сегодняшней встречи мы вышли в центр дороги и хотим сделать семейные фотографии. Я предлагаю здесь выстроиться. Окей, а ну еще раз покажи фокус. Фокус есть. Из меню? Aromatic? Сейчас меню я поставил. Отлично, отлично. Композиция Костя слишком закрывает Тому или Тома закрывает Костю. Выйди вперед. Окей, Андрюха, целый поменяйся. Андрюха, поменяйся еще раз. She's taking too much. Кадры закончились, все пошли за мороженым. Какие кадры? Покажи, как получилось. Первый кадр весь дом. Nice. И второй кадр. А что это такое? Are you cereal? Ты Серегу как обрезал? I don't know how that happened. Окей. Красивая картина. К нам приехал Леша Козлов, старинный друг, который учится на доктора через год или... Да, через год он будет официальным доктором, дентистом. И он уже принялся за работу. Но я думаю, что тебе... Я думаю, если рентген показывается нормально, you look like... Тебе можно коронку посадить, it'll be fine. Yeah, I mean... Да? Хороший диагноз. А Аня ожидает мальчика Самуила через несколько дней. Да. Поздравляю. Нет. Что нет? 6-го, но теперь не знаю, когда. Короче, когда будет. Ну, это несколько дней, считай. Okay. Так что, welcome. Последние несколько часов мы общались с семьей, и все такое классно было. Но время улетает. Нам постараемся сейчас сыграть еще, типа, игру. Посмотрим, как прокатит. Наш последний вечер, ну, да, как-то топырит. Ну, в хорошем смысле. Good morning, day number four. Четвертый день. И у нас все уже уставшие, голодные, но... Загоревший. Не уставший? У меня страшно болят мышцы из-за того, что я сделал 36 пушапсов в этом году. У вас что-то болит? Вы можете поделиться, когда же в конце года будешь говорить о своих достижениях. 36 отжиманий. Что это такое? Кейсадия с грибами? 6 утра. Нам должно было выехать в 10, но мы попросили в 11, потому что нас много, дом большой. Пока все уберешь. Последняя проверка, как все выглядит. Тур по дому. Заходим в бильярдный зал. Телек. Sink. Холодильник. Can you open this? Yes. Did you lock it? Там у нас идет наверх балкон. I can. А мы проверяем. It's locked. Комната номер один, в которой мы остановились. Небольшая. Чисто такая гостиничная стиль. Чисто, в хорошем состоянии мы оставили. Закрываем. Так, Макс, что у нас дальше? Идем по первому этажу. Сейчас кого-то прислать? Так, здесь в туалетик ванна. Здесь хорошая комната, большую, больше достаточно. Здесь у нас... Пылесос. Гараж для две машины. Стирка, сушка. You opened it? Как ты открыл? Ты смог?
А, да, пусть он точно будет. Идем на второй этаж. Всем привет. Как выглядит зал? С балкончика видон. Как чисто все. Здесь мы смотрели про животных. Что мы смотрели? Всякие охотничьи видео. Охотничьи. Кухня довольно красивая, классно. Мы накупили столько вещей, что не продали, ой, не съели все. Это мусор? Это пару мороженого осталось, сейчас можно съесть их. Спа. Так, здесь рабочий стол, второй туалет. Лифт, кстати, лифт. Что меня поразило, мы его ни разу не используем, потому что он закрыт. О, уютненькая комнатка, яркая, светлая. И вот, добро пожаловать в хоромы богачей. Огромная ванна, душ, черепашка. Здесь даже можно спать. Мне кажется, здесь кто-то спал. Вроде такой огромный клозет. И вот главная комната мастер бедрум. Вид, конечно, с окон просто гаражи чьих-то домов, таких же самых длинных. Здесь телек. И здесь вид тоже, ну, более нормальный вид уже. Вот наши уже собираемся. Все. This is the tour. А, самая последняя комната осталась. Пойдемте на третий этаж. Клозет закрытый. Вау. Уютненько здесь. Спальня. Туалет, ванна. Тут сразу такая высота чувствуется. И вот самая благодать. Выходим. И здесь такой вид. Прям видно океан. И вот все наши красавы. А где все люди? Пошли фототься куда-то. А вот они. В общем, дамы и господа, этот дом, как я сказал, он стоит почти 500 или больше $500 в день. Он того стоит, если с классной компанией, с классными друзьями. А так немножко дороговато. Сейчас посмотрю, сколько он точно стоит. Ну, и сколько это? Минут 4 до океана. Так что все. Разбираем все, что мы не съели. И уезжаем. Мы выехали. Нам осталось 6 часов 19 минут. Это учитывая то, что проехали мы минут 40 уже. Дорога чистая, пробок нету. Но мы еще не доехали до самого главного Лос-Анджелеса. Ну и то, из-за того, что мы едем в 12 часов дня, уже все на работах, все в школах. Надеемся, что нас пробки не коснутся. Вот вам и лос-анджелесский трафик. Вот вам стройки происходят. А тут что везет? А Леона задает вопрос, что траки везут. И вот нам надо догадаться, что он везет. Я думаю, он везет киндер-сюрпризы. Похоже, вот дядя вот такой улыбается, везет киндер-сюрпризы за рулем. Видел? Ну, это мой киндер-сюрприз. Твой? Да. А ты его уже заслужил? Да. А что ты сделал? Смотри, как землю поливают, чтобы она не пылилась. Что они делают, кстати? Что они пытаются доказать этим? Нам в Сакраменто. Прощай, корвет. Нам в Сакраменто. Видно, что в Лос-Анджелес едут такие машины, а в Сакраменто всякие такие Тойоты. Шутка. Стереотип, конечно. Ну вот наша дорога. Здесь мы разминаемся на фоне гигантского города Лос-Анджелес. Прям небоскребы торчат. Нам поздно сообщили, нам пришлось пару экстра возвращаться назад. Там нет машины, справа и съел. Значит, это специально так, чтобы нам легко можно открывать дверь и никого не ударить. Ты чувствуешь себя в парилке? Парилка конкретно. Мы сюда заходим и благодарны. Вот наша семья. Здравствуйте, всем приятного аппетита. Когда думал? Вчера у нас была беседа с Козловым, которые говорили
о вредной пище. И мы пришлось, нам пришлось заказать бургер без, называется протеин. Тут только все полезное, нету хлеба. И вместо хлеба капуста, называется Protein Style. Просто вам нужно зайти и сказать Protein Style Burger. Цена та же самая, но полезность. Что раз лучше, смотрите, сколько лука. Сколько? Нет, попросила экстра. Пока мы едем, Сережа, скажи несколько слов о поездке. О поездке, мы, кстати, мы говорили, какие ключевые фразы мы возьмем со всех этих 5 дней или 4. И это было терпеть, терпеть и любить. Серьезно? Это вывод, да? Это вывод. А ключевые фразы были... Была хорошая встреча. И мы... Probably yes. We're inspired to grow spiritually, physically and morally. Я сгорела. Хоть солнца не было, но я сгорела. Короче, я могу это сейчас подытожить. Это робот называется. Аня является инициатором этой поездки. Несколько лет назад она сказала, что вы не ездите с семьей? Я сказал, что мы не ездим. И на этот день благодарения мы когда собираемся раз в году, я говорю, давайте поедем. Они сказали, ну давайте. Начали искать, потом Маша активно стала искать. Потом Элла активно нашла возле океана. Маша не возле океана. Бросили жребий, и Элла выиграла. И Элла... Не, Элла психанула, если честно. It's good way to get to know each other better than we did before. Good point. And I have to say, it's a good way if you want God to work in your heart, go on a family trip for 4 days. And by the way, to this year, для меня было открытие, что среди нас живет пастор Жанна. Она с таким пэшеном проповедовала до 2-3 часов ночи. Очень мощно. Так что она стояла за МакАртура в то время, как другие стояли за Риквордом. А мы стояли строго по центру за Иисуса. Ну, в общем, были дискуссии, очень много всего. Андрюха, скажи, подытожи. Классно, что мы приехали сюда и уезжаем. И Андрюха закончил всю фразу сегодня утром. Nice to meet you, everybody. Приятно со всеми познакомиться. Типа с семьей, ну мы действительно со многими не видимся год, а потом возвращаемся. Вот странно, живем в одном городе. Единственное, не приехала ли с нами Дина из Москвы и Катя из столицы Калифорнии. А так все были. Увидимся в следующий раз. И перед нами открывается долина. И следующие 4 часа у нас будет просто вот такая дорога в никуда. Мы прощаемся с горами, с перевалом. Южная Калифорния, прощай. Welcome, Central California, и потом North, Север. Тепла. Это очень тепло. Остановка номер 2, наверное, или 3. В пустыне посредине ничего, посмотрите. Где завышенная цена на бензин, вот 3,59 за самый дешевый, когда в городе Сакраменто 2,59 самый дешевый. Дамы и господа, в моей истории в первый раз случилась вещь, которая никогда не случалась. Закончился бензин. Красота Приуса, что он без бензина. На батарейке докачивается, куда ему надо. Я лечу, потом вижу, пропадает сила в машине. И загорелись все кнопочки, все гирлянда. И машина стала ехать медленно, я газа не добавляю, ты что понял. И как раз возле меня эксит, я на него качусь. На стопе остановился, понял, что бензина нет. И на батарейке метров сколько, 50? Мы доехали. Спасибо, Prius! Что, ты на батарейке? А батарейки есть там? Да, заряжен батарейка. Классно, у меня рекордно. Конечно, в моей жизни что-то случилось. Я езжу 16 лет, никогда мне не заряжался. Добро пожаловать в город Сакраменто! America's Farm to Fork Capital. Капитолий американской фермы, что ли, так написано. Хотя раньше тут было написано слоган «Город деревьев». Потому что вот, въезжайте, смотрите, деревья. Все, что мы проезжали 7 часов до этого,
были просто пустыни, ничего не было. Дамы и господа, на этом мы закончим наше путешествие, нашу съемку. Это было очень интересное путешествие с многими приключениями. Не все, конечно, попадет в кадр, но то, что попало. Спасибо, что вы были с нами. Это было семейство Коряк на отдыхе первый раз за много лет. С вами был Корефан. Увидимся в следующем видео.